Всем привет, с вами Илья. Сегодня поговорим немного не о ремонте, а о безопасности. Купил себе шлем на замену старому. Давайте сделаем маленький обзор, может кому-то будет интересен этот шлем. Это модель LS2FF353. Китайский шлем, стоимость $73. На Алиэкспрессе 86 смотрел. Так упакован. Даже вот пакетики с воздухом. Смотрите, эта компания, офис находится в Барселоне, в Испании. Вот сам шлем. Чехольчик такой обычный. Вот сам шлем. Там таблица размеров есть. Подобрать можно. Я себе выбрал М-ку. За размер головы моей 57. Защитная пленка. Визор. Обдув. Можно один, можно два. Визор легко снимается. Быстрая замена. Можно заказать себе затемненный визор. Микрометрическая защелка. Очень удобная. Слева металл, справа пластмасса. Это все снимается, все удобно, все на кнопках. Если надо, в мешочек и в стиралку. Все стирается, все удобно и хорошо. Ну, шлем смотрится очень хорошо. Это матовый, черный матовый. За такие деньги самое то. А, кстати, вот вес. Написан вес. Вес килограмм 300. Килограмм 300 грамм. Плюс-минус 50 грамм. На голове сидит. Сейчас попробую. Очень хорошо, очень плотно. Кстати, здесь в середине есть вот для гарнитуры место. То есть там не надо ничего высверливать. Снимается эта обивка и ставится сюда гарнитура. Очень удобно. Я говорю, за такие деньги это самое то. Классный, стильный шлем. Рекомендую. Ну, на этом все. Всем спасибо. С вами был Илья.